Целью моей жизни всегда было служение любимому азербайджанскому народу, нашей государственности, экономическому, политическому и культурному развитию нашей страны, говорил Гейдар Алиев, который на протяжении всей своей содержательной жизни трудился во имя созидания могущественного Азербайджана. Благодаря заслугам выдающегося политика, такие идеи, как государственность, азербайджанство, светскость, современность стали неотъемлемой частью системы мировоззрения общества, составили идейную основу существования и развития современного Азербайджана. Гейдар Алиев своей деятельности успешно выполнил историческую миссию по формированию патриотического общества. Наша армия, сплоченная вокруг идей, сформированных великим лидером, освободила находящиеся 30 лет под оккупацией нашей земли. Наш народ достиг своих исторических целей. Родина обрела целостность. Таким образом, сбылась заветная мечта великого лидера, который говорил: «Без Шуши нет Карабаха, без Карабаха нет Азербайджана». Была обеспечена территориальная целостность Азербайджана. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу спутницы жизни великого лидера, академика Зарифы Алиевой. Также были посещены могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и видного врача Тамерлана Алиева.
Целый период в истории Азербайджана связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. А главной целью этого периода была любовь к родине, народу. Именно благодаря этим качествам Гейдар Алиев вечно будет жить в сердцах нашего народа. Основанное им государство ныне является государством-победителем, и железный кулак этого государства создал новые реалии.